Привет, дружище, меня зовут Шамба, и мы геройствуем в мире мечей и магии. Проходим кампанию «Безрассудная храбрость», сценарий номер 3, «Пиратские перипетии». И сегодня искренне надеюсь, что завершим эту миссию. Итак, сэру Кристиану осталось разгромить последнего противника, а именно бирюзового врага, захватить его город Форест, запереть соперника в Равенере и затем осмотреть всю карту. Так что давай вспоминать, что у меня делает мой соперник. Высадился около меня, бегает по своему острову, плывет куда-то на север-запад. Итак, кто у нас на кораблях? На корабле Алагар. У него и золотые драконы, но армия маленькая. А здесь же Кайри. Ну, тут вообще не серьезная армия. А около меня высадился Уланд. Есть гиганты, есть черные рыцари, но ничего серьезного. В общем, справимся. Итак, кто у меня чем занимается? Грег Хак несет дозор Фортон Кип, защищает город и ближайшие окрестности. Далее Сарук куда-то вперед едет, кстати. А Кристиан получил прекрасную шапку, шляпу заклинателя, которая позволяет использовать заклинание 5 уровня. А это значит, у меня есть двери смирений. А с учетом того, что я знаю продвинутую магию воздуха, так что сегодня мы просто обязаны завершить эту миссию. Кстати, я вот тут подумал, если я буду сам скакать или использовать двери измерений, я потрачу кучу магии и не так далеко продвинусь. Вот интересно, куда меня отнесет с использованием портала города, потому что в подземелье есть гейтвей, а надо мной есть мой город. И, честно говоря, не хотелось мне возвращаться в Мордганхейм. Давай посмотрим, куда я отправлюсь. О, отлично, гейтвей. Конечно же, согласен. Во-первых, я здесь получаю коня. Это великолепно и прекрасно. Во-вторых, здесь рядом колодец. Давай тяпнем. И в-третьих, Сарук мне еще и армию передаст. Замечательно. Так, отдавай армию. Я забираю архангелов. И, в принципе, все. Чемпионы будут меня немножко тормозить. Хотя у них такая же скорость, как у древних чудовищ. Но у меня их в армии нет. А вот грифончиков немного заберу. Кстати, забери ноги легионера. И... О, сферу подавления, точно. Необходимо ее передать кому-то еще, чтобы этот кто-то прошел через стражи заданий и осмотрел вот эту территорию, скрытую за туманами. А в это время Кристиан отправляется в земли Бирюзового и там будет воевать и разбираться с ним. И, наверное, сейчас лучше использовать портал... Ой, какой портал? Дверь измерений. Потому что я прыгну тут, прыгну там. И, возможно, где-то поблизости найду... Из чего испить и восстановить весь запас магии. Хотя нет, колодец не так-то близко, он вот здесь. Да и у меня не так много прыжков. Мне срочно нужен водопад, который удваивает запас магии. Только вот вопрос. В подземелье я его нигде не видел, он был вроде как... Где? Ох, он так далеко был. Нет, сюда я точно не поеду. Ах, ладно, давай прыгать. Давай прыгать. Куда-нибудь сюда раз. Потом сюда, к сожалению, я не перепрыгну. Немного проедем. Далее Десса. Тогда Десса возвращается назад, забирает у Сарук армию и будет осваивать северные территории. В это время Шива охраняет мой остров. Терек. Терек едет в эльфийский город, чтобы изучить портал города. А с учетом того, что он великий махачародей земли, он сможет по-быстрому собирать мне армию, так что не будет никаких проблем. Да и, скорее всего, как раз-таки Терек будет забирать соперника в его городе. Потому что я захватываю Форест, Терек за это время собирает армию, а потом забираем в Равенере и все, спокойно осматриваем. Далее Уэй. Уэй. Что ты можешь сделать? Это захвачено мной? Да, принадлежит Фиолетовому. Тогда... Ничем не заниматься, армия небольшая. Особо ничего полезного не сделать. Ты завершить ход. Да. Угу. Десант. Соперник захватит еще один варварский город. И это ни в коем случае нельзя допустить. Но Терек сюда пока не будет возвращаться. Тут у нас Кайри. Сейчас как раз я соберу армию в Фортункипе. И потом можно будет направиться сюда. Как раз таки телепортируюсь к Крупинер. Заберу там еще армию. В общем, все замечательно и прекрасно. Шива сидит на месте, тут Уланд никак ей не угрожает. Далее, Кристиан.
Я вот думаю, как лучше всего прыгнуть. Наверное, куда-то сюда подъехать, потому что в любом случае здесь я еду по прямой, и дверь измерения мне не поможет прямо сейчас. Куда-нибудь сюда. Как же быстро расходуется перемещение. Потом прыжок, наверное, вниз, и потом еще один прыжок. Ай-яй-яй-яй, чуть-чуть не хватает. Совсем немного. Так. Во, как раз-таки сюда прыгну, если получится. Нет, пока не получается. И все, я уже выдохся. По-моему, даже прыгнуть не... Нет, смогу. Ну, отлично. Потом будет прыжок еще один куда-нибудь сюда. И вот уже подъем к врагам. Десса, Десса, Десса. К сожалению, прыгать не умеет, поэтому собственным ходом едет очень-очень долго. А, Сорок, давай-ка тоже передавай артефакты. Пожалуй, лучше где-то вот здесь встретиться. Десса в любом случае, наверное, в этом районе остановится в следующий день. Тут ничего не делаю, тут ничего не делаю. Пускай захватывают его город, я никак не смогу помешать. Завершить? Да. Водовороты теряют армию. А почему бы и нет? Кстати, а запись-то идет? Да, запись идет, надеюсь, что все в порядке. А, Кристиан, сможешь ли ты отсюда прыгнуть? Отлично. Теперь, вместо того, чтобы делать вот такой крюк, прыгаем куда-нибудь сюда. Великолепно. Ах, как быть с титанами? С другой стороны, у меня есть архангелы, у них просто убийственные характеристики, плюс заклинание взрыв. Я думаю, справлюсь. Напомню, что одному из провидцев требуются все комплекты статуи легионера. Руки я нигде не находил, торс вот сейчас вижу. Возможно, конечно, руки где-то там на севере, либо соперника их прихватило и уже задание не выполнить. Ну а давай сейчас нападем. 12 грифонов, не согласен. Архангелы режут одних, а других я взрываю. А хотя зачем взрывать, если их можно ослепить? А слепота ни на кого не подействует. А все потому, что... ни штраф в ближнем бою не внушаем. Это выглядит как-то странно. То есть я не внушаю кому-то, что он слеп. Я просто беру и ослепляю. Почему не работает? Непонятно. Тогда... Давай взрывать. Урон 1375. И его не хватит. Да, его не хватит. Птицы рух смогут доклевать? Надеюсь, что да. Так, рубим. Да ладно, выжил. Это, конечно, удивительно. Взрыв. На 603 единицы урона. Не доклюю. Но попытаюсь. О, отлично. А, птица рух живет, но, судя по всему, недолго. А, оборона. Чудище топает вперед. Архангелу придется воскрешать рух. Так, здесь я точно его не убиваю. Воскрешение. И рубим. Отлично. Никаких потерь, получил опыт и торс легионера. Теперь необходимо еще раз прыгнуть. Великолепно. Так, тут поблизости вроде бы нигде, нигде нету колодца. Поэтому давай пойдем сюда. И вот знаешь, что я подумал про Дессу? А что будет быстрее? Добраться до вот этого портала? Или все-таки сделать вот такенный крюк? Даже и не знаю. Такое ощущение, что проще развернуться назад. Вот сколько здесь дней требуется? 4+. Допустим, первый день здесь. Второй день где-то вот здесь. День третий. День четвертый. День пятый, день шестой прыгаю. Если ехать с другой стороны... Первый, день второй, день третий, день четвертый, день пятый, день шестой. Нет, проще развернуться. Поэтому, Сорок, давай передавай армию. А, я, увы, не в том направлении сначала поскакал. Так, это тебе сюда.
Голову легионера тоже забери. Возможно, остальные компоненты найдешь. А кого мне стоит забрать? Скорость низкая. Но они мой вроде как головной ударный отряд. Хотя есть циклопы. Да и разница во скорости не такая великая. Тогда как-то так. Сорок возвращается обратно. Будет вести новое подкрепление. Одесса. Десса поскакал. Плюс, если вдруг ко мне кто-то нагрянет отсюда, пока Кристиан турнится во вражеские земли, Десса тоже сможет разобраться. А далее. Грехак встречает Терека. А Терек изучает великое заклинание. Городской портал. И теперь может собрать армию. Ну, конечно, лучше подождать новый прирост и вот тогда собирать. А Грехак, Грехак, Грехак. Возвращайся-ка обратно в город. И сиди охраняй. А с другой стороны, можно как раз-таки передать сейчас армию Тереку. Например, золотых драконов. Скорости я ни в коем случае не потеряю. У единорогов такая же скорость, как у чемпионов. Можно, конечно, и пегасов, они быстрые, но от чего угодно умирают. И в это время Терек захватит лесопилку. Или, ну, ее. Да, думаю, это лучший вариант. Давай вернемся в город Крубер. Потому что, мне кажется, соперник после захвата города Стронгл захочет наведаться в Крубер и тут навести шороху. О, отлично, как раз таки получил еще единичку атаки. Забрать чудовищ и ринуться в бой. Конечно, сейчас лучше отдохнуть в городе, восстановить магию и завершить ход. И еще один корабль, да сколько можно? Плавают, плавают, плавают. Но Кристиан вторгается в земли врага. Пирамида. Мне кажется, что кто-то ее уже посетил. А здесь могло быть какое-то полезное заклинание. Погоди, нет. Вы видите перед собой пирамиду великого царя древних времен. Вам очень хочется проникнуть внутрь, в поисках сокровищ. Но на ум приходят легенды об ужасных проклятиях и магических стражах, охраняющих богатство. Ну что, хотите войти в пирамиду? Да. Я искренне удивлен, что бирюзовый противник с такой армией сюда не наведался. Ну, это для меня и лучше. Подождем, некуда спешить. А, чудища не добьют. Чудища у меня маловато. И чудища, в принципе, не пострадали. Давай нападаем. Как прекрасно, что золотые големы — это не королевские грифоны. И не на каждую атаку отвечают. Итак, полет. Полет — это, конечно, неплохо. А с другой стороны, я ведь эксперт магии. Хотя нет, еще не эксперт, но скоро им буду. Вот мне интересно, а как именно мой экспертный уровень повлияет на полет? Сейчас эффект длится один ход. Неужели будет два хода? Интересно. Так, теперь в первую очередь я хочу наведаться к колодцу. Пожалуй, к этому. Он ближе всего, достаточно одного или двух прыжков. А, проклятая земля, понятно. Так, выезжаю на дорогу. И теперь прыгаю. Раз. Немножко защиты не повредит. И... да тут можно и пройти. А давай прыгнем, почему бы нет. Далее, тут живет провидец. Не знаю, выполнено его задание или нет. Меня прежде всего тянет в форест. Тем более, что сейчас шестой день недели. А скоро здесь будет прирост. А в приросте появятся драконы. Но на следующий ход только захватим. Десса едет на юг. Шива ничего не делает. А, Терек отдыхает, ждет, собирает войско, потом нападет. Или можно сейчас уже запугать Кайри? Давай нападем. В гарнизоне 10 волков. Точнее, меньше 10. Без каких-либо потерь.
и... Нет, до Кайри я не добегаю. Но в любом случае Кайри отсюда некуда деваться. Тут горы, тут море. Разве что сядет на корабль, и в любом случае я ее догоню. Ничего не делаем. Возвращаюсь обратно. Сейчас уже у Сарук не осталось никаких дел, может засесть в городе и просто отдыхать. В принципе, как и Грэхак, чтобы меня не отвлекал, пускай он сидит внутри. Вэй-вэй-вэй-вэй-вэй. Тоже куда-нибудь тебя отправить, чтобы не мешался. Так, соперник прыгает по водоворотам, теряет армию, мне не угрожает завершить. Да. Так, еще один корабль направился по волнам ко мне. А вот оно что. Кто это у нас? Это у нас Алагар. А вот у Алагара есть войско, но небольшое. Хотя меньше 50 деревях. Это многовато. Если он даже вторнется здесь, у меня Фортункип укреплен, там обитают гномы, и их вообще не выкурить. В общем, никаких проблем. Кайри решила изучить заклинание перед смертью. Ну что ж, прощай. Ценой 3 пегасов я согласен. Итак, что у нас здесь? Маскировка. И это заклинание Кайри не помогло. Гоблинов уже наняли, возвращаю лабораторию алхимика Десса. Скачет на юг. Очень-очень долго. Но в это время сэр Кристиан. Хочется заглянуть к провидцу, с другой стороны, а зачем? Ну, вряд ли у меня сейчас есть то, что ему нужно. Да и я уверен, что задание выполнено, но... Когда в следующий раз представится такая возможность? Вопрос, а где мне набрать церберов? Я агент 39-го царства. Наши войска недавно понесли большие потери. Мне в качестве новых рекрутов нужны такие существа, как 17 церберов. Если вы приведете их, я хорошо заплачу. Ну, конечно, я где-то встречал... Пум-пум-пум-пум. Лагеря беженцев. По-моему, где-то около меня он был. Но там ловить церберов, надеясь на удачу, это как-то странно. Плюс псарин я нигде на карте не видел. Ну, если видел, то не помню уже. А вот, как раз-таки лагерь беженцев. И кто у нас здесь живет? На этой неделе никого. Всех забрали. Город у нас охраняет Уфритин, командир гномов. Но в любом случае, армия несерьезная. Нападаем. Давай-ка я сам сражусь. О, вопрос. Как я сразился, не потеряв никого? Мне вот это интересно, если башни в любом случае стреляют. Возможно. Возможно. Я всех воскресил с помощью архангелов. Но выглядит как-то сомнительно. Цепной молнии у меня нет. У меня есть только метеоритный дождь, чтобы сразу нескольких задеть. Я вот думаю, необходимо убить эльфов и орков, чтобы потом мои грифоны не умирали, и я в итоге их воскресил. Боятся ли архангелы вообще кого-нибудь здесь? Мне кажется, нет. Давай рубить гномов. Здесь метеоритный дождь. Задеваю, жаль, только... А нет, вот 3 отряда. Ну, отлично. Рухи. Рухи кого сожрут? Элементали огня. Грифоны. Урон 3-6. Урон 2-3. Этих 25. Луч кентавров. Чудовища ничего не делают. Снесу палатку. И сейчас архангелы будут воскрешать. Надеюсь, что смогут воскресить всех. Не помню, сколько у меня было отрядов. Отлично, без потерь. Вот оно как. Я становлюсь экспертом магии воздуха. И захватываю городок, где возможно есть гильдия магов 5 уровня. Итак, эффект длится один ход. Вопрос.
как экспертный уровень влияет на заклинание полет. Напиши в комментариях. Ну и давай посмотрим, что у нас здесь. Гильдия магов только 4 уровня. Да будет 5 и... Ох, как прекрасно! То есть, теперь мне не нужна вот эта шляпа, чтобы использовать самое лучшее заклинание. Тогда я надену вот эту вот штуку, корону Верховного Мага, которая добавляет мне знаний. И, соответственно, лучше я отсижусь в городе, восстановлю магию, а вот потом... Потом нужно будет ловить вражеских героев, запирать соперника в его городе и праздновать победу. Кстати, Терек, а ты... Да, он эксперт мудрости. Это значит, что правильно. Он тоже сможет изучить заклинание пространственные врата, открыть портал сюда, ну и хотя бы разок в день прыгать. Это тоже очень удобно. Ну и, в принципе, все. Завершить? Да. Ну вот, для чего они высадились? Итак, а где? Вот здесь. Это Алагар. Алагара будет бить Грег Хак. А здесь у нас высадился кто? Аделаида. Шива, ну наконец-то пришло время тебе размяться. Правда, скакать из штрихода? Не понимаю. Допустим, это первый день. Неужели я остановлюсь прямо перед Аделаидой и буду отдыхать? Ну, получается так. Поэтому надеюсь, что Аделаида сама куда-нибудь продвинется вглубь моего острова, а не сядет на корабль. Иначе следующий день завершается где-то вот здесь, Аделаида в это время отсиживается на корабле, а затем я не успеваю за ней угнаться. Далее Десса продолжает скакать. Как же медленно. Погоди. Экспертная мудрость. А это значит, что правильно. Но с другой стороны, у Дессы так мало магии. Будет только один прыжок, потом еще один прыжок, и все. Магия закончилась. Далее, сэр Кристиан. На острове вроде как я нигде не вижу вражеских героев. Получается, только остались те, кто смылись отсюда. Поэтому давай быстро прыгать. Раз. Куда-нибудь сюда, Дувас. Я хочу сейчас стать около Ровенера и не позволить оттуда никому выходить. Так, вот здесь Трис. Пробиваю гарнизон. Отлично. Великолепно, колодец тут еще. И все. Если я здесь встану, то никто не пройдет. А, Терек в это время захватывает лабораторию алхимика. И заберет Стронгл. Тут фактически никакой защиты нет. Но это на следующий день. Стоит ли Грехаку высовываться? У Алагара не такое серьезное войско. С другой стороны, у Грехака в принципе тоже. Давай просто посидим в городе. Если что, Терек заберет этот городок, вернется назад, получит новое подкрепление и вот тогда ударит по Алагару. А в это время, Сарук, заедь ты в город уже, не мешай мне. Вот сиди здесь и отдыхай. А Уэй тоже ничего не делает и завершаем ход. И еще один десант. И это у нас Уланд. Ох, до Уланда достаточно проблематично ехать, потому что нужно вот такенный крюк сделать. Ну что ж, Воя, настал твой час. И я рад, что у нее быстрый отряд при себе. 8 архангелов, 16 чемпионов, хотя кто вообще здесь? Здесь мелочевка, и, честно говоря, сильную армию не хочется забирать, потому что я думаю, опять же, передать их всех Кристиану или Десси, и пускай он сражается. Поэтому давай здесь наймем тех, кто не является сильным существом, но кого очень-очень много. Так, рухи куда-нибудь сюда. И поскакали воевать.
Разгоняем ящеров. Втянуть будет, да. Не мешайтесь мне. Преградили дороги. Разбойники. Ну и базовый интеллект. Один из моих любимейших навыков. Я вот даже думаю, наверное, самый любимый, потому что даже если ты не владеешь какой-нибудь экспертной магией воздуха или экспертной магией земли, если у тебя есть колоссальное количество магии, это в любом случае лучше. Ну, допустим, у тебя 40 очков магии. Ты знаешь экспертное замедление. И это, конечно, приятно. У тебя 80 очков магии. Ты не знаешь экспертного замедления. Нет. Все-таки магия земли будет помощнее. Опять же, в том случае, если есть армия. А если есть, например, какое-нибудь заклинание взрыва, то, естественно, интеллект. В общем, зависит от ситуации. Так, далее. Здесь забираем Стронгл. Как-то один пегас погиб. А, кулон смерти, амулет маны. Опять же, это не руки. Прекрасно. Это именно то, что и нужно было Тереку. Потому что он будет открывать портал и прыгать туда-сюда. Лагар подумал, не стоит тут высаживаться, решил удалиться. Пам-пам-пам. Терек, будешь сейчас собирать армию или чуть-чуть попозже? Я думаю, что, наверное, уже стоит прямо сейчас этим заняться. Поэтому открываем городской портал в Морганхейм. Получаю немного атаки и забираю всего лишь 4 чудовищ. Маловато. Стоит ли забирать птиц грома? Думаю, да. В любом случае, у меня денег очень много, поэтому я могу нанять абсолютно всех. Здесь я получаю коня, архангела. Так, архангелов, получается, я всех уже до этого отдал. Так, тут у нас нет никаких артефактов, нет. Далее, следующий город. Бретония. 8 архангелов, 16 санников, 2 чудовища, 4 руха. В Крубере толком-то никого нет, но заберем. Циклопов я не люблю, поэтому с собой их не беру. Фортун Кип. Тоже забираем огромнейшую армию. А знаешь, о чем я сейчас подумал? А прыжок. Вот я сейчас слишком много путешествовал зря. Мне срочно требуется Форест, изучить прыжок, возможно, нанять армию, вернуться обратно, прыгнуть и победить Лагара. А нет, не получится, я всю магию истратил как назло. Может, где-то прямо на выходе есть колодец? Есть, но он достаточно далеко и... Да вот, не делал бы лишних прыжков, я бы сейчас поймал Лагара. Неприятно. Ну ладно, с кем не бывает. Поэтому отдыхаем сейчас здесь. В это время сэр Кристиан просто блокирует противника, не дает ему никуда не проехать и завершить ход. Ах, забыл. Шива должна была куда-то сходить. И вот у нас появился Лагар. Сам. Пришел в руки Терека. Так, это у нас там Стронгл. Здравствуй, Лагар. Как сам? И он сбежал. Это плохо, ну ладно. Мне кажется, я в любом случае, скорее всего, это задание не выполню. Вот провидца Джулиуса можно порадовать. У меня будет 11 фанатиков. 24 уровень также под вопросом. Потому что у Кристиана сейчас 22 уровень. Требуется еще 11 тысяч опыта, непонятно откуда взять. А для 24 мне явно не хватит. Но разве что Кристиан должен был лично каждого вражеского героя побеждать. И вот тогда, наверное, у него был бы 24 уровень. Ну или найти какой-нибудь жертвенный алтарь, которого, увы, я нигде не вижу. Ладно. А Шива. Шива должна покарать Аделаиду. Десса продолжает скакать. Когда-нибудь доберется. А здесь... Здесь я сделал все, что хотел. Теперь вернуться в Форест. И пропрыгать к Кристиану. Зачем? Чтобы Кристиан отправился в
путешествовать по всему острову, а в это время Терек закрывал врага за гарнизон и поскакали. А вот тут не разведано, поэтому проехать не могу. Поскакали куда-нибудь сюда. Магии воздуха, увы, нет. Несмотря на то, что Терек вроде как специализируется на ускорении, казалось бы, он должен хотя бы основы магии воздуха знать, но нет. Он изначально знает мудрость и почему-то тактику. Это странно. Воя. Воя нападает на неприятеля и побеждает его. Большой ценой, но да ладно. Соперник разгромлен, и теперь можно вернуться в свой город. В это время сэр Кристиан пока ожидает Терека и завершить ход. Да. Шива добивает Аделаиду. Не считаясь уже с потерями, потому что осталось совсем немного. Десса наконец-то прыгает в портал и открывает этот... Не открывает этот проход, но уже максимально близок к этому. Терек, 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 давай-ка ты куда-нибудь сюда прыгнешь, а потом доедешь. Во. Отлично. Здорово, Кристиан, как сам. Итак, что бы я хотел забрать? А, честно говоря, я хотел бы забрать абсолютно все. Но рук легионера я по-прежнему не вижу. Забираю все. А, Тереку я выделяю чудовищ, рух, грифонов, а сам остаюсь с архангелами. Хотя нет, для грифонов у него нет, есть место. Как раз таки остаюсь с архангелами и отправляюсь осматривать весь остров. В это время Терек закрывает проход. Соперников не Рвенера не осталось, поэтому я сейчас ставлю на паузу, осматриваю весь остров, а затем проводим генеральское сражение. Ну или если будет что-то интересное, то глянем. Хотя, как раз таки я сейчас буду открывать ту секретную область, поэтому пауза не будет так сразу. Так, видимо, здесь учат магии воды. Это мне не нужно. Хижина мага покажет мне ближайшие территории. Мне это тоже особо не нужно. Я забыл, что мог использовать прыжок. Да, бывают ошибки. Завершить. Так, немножко знаний. В это время Десс открывает тайный проход. Ага, у тебя в руках сфера подавления. Давай-ка сюда, и можешь пройти. Собаку в придачу не хочешь? А, шучу, шучу. Ну так что, отдаешь вещицу? Да. И я прохожу в неведомые земли. Пока здесь валяются только ресурсы. Но с учетом того, что в сундуках максимум 1500 опыта, а Кристиану требуется аж 11000, это только на 23 уровень, мне кажется, ничего плохого в том, что Десса сам подберет эти сундуки. Но разве что здесь окажется 1000 личей, вот тогда Кристиану придется наведаться сюда и сразиться. Очень труднодоступная зона. Вообще не понимаю, а зачем она здесь? Нет, конечно, возможно. Можно прямо сразу как-то сюда отправиться, но для этого требуется оказаться вот здесь. То есть сходу отсюда скакать, скакать сюда, 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 сюда. Нет. Мне кажется, это как-то невозможно, но разве что изначально я не знал пространственные врата с другой стороны. Откуда мне их знать, если у меня раньше были только города варваров и болотников? Итак, что я вижу здесь? Кулон твердой памяти. Легион гнолов. Замечательно, это опыт. Немножко чудовищ. Так, значит, я прыгаю за звездной осью, а затем направляюсь к гнолам. Хотя тут еще и титаны. Правда, их немного, но это лучше, чем ничего. Да, втягиваю в бой. Баллисту. Мою любимую баллисту разломали. Такое не прощается. А здоровье 1500, да.
взрыв наносит 1450. Значит, баллиста добьет одного, а тут архангел порубит другого. Держится. Отлично. И получил еще большую сумку. Идти ли гномам? Мне кажется, сокровища гномов уже ограбили. С другой стороны, пирамиду не трогали. И это было весьма странно. Прыжок раз. Прыжок. Два. И будет ли еще один? Да, будет. Я выдохся, но не полностью. Но на следующий день и пойдем. Здесь я возвращаю свою шахту. И... Терек. Ух ты. Да точно, я сторожу, я хотел прямо сейчас напасть. Вот бы допустил ошибку. Воя возвращается в город, ничего не делает. Вот очень обидно, что у Кристианина нету портала города. То есть, например, отсюда он не может срочно вернуться на северо-запад и там осмотреть территории. Очень долго придется его туда везти. Завершить. Да. Гнолы будут уничтожены. Ценой трех ангелов. Жуткие потери. Не такой мощный взрыв, как хотелось бы. Бум. Ангелы защищаются. Мне кажется, стоит замедлить гнолов. Защищаться. Атакуем. Тогда они разломают мою баллисту. Так, что у нас с ослеплением? Ослепленный отряд становится не способен двигаться и атаковать, а при нападении на него не отвечает, после чего заклинание снимается, и отряд получает право хода. То есть, мне необходимо подождать, чтобы гнолы что-то сделали, использовать ослепление, ударить их. Наверное, да. Баллиста, извини, но ты будешь уничтожен, судя по всему. Улетаю сюда. Жду. Они не смогли сломать баллисту, отлично. Слепота, чтобы не было контратаки. Рубим. 4000 урона. А почему они ответили? Что, простите? А, при нападении на него не отвечает. Хм, это было странно. Да, это было странно. Но давай дорубим их. Да еще и с удачи. 8000 опыта. Прекрасно. Но напомню, что мне еще требуется очень-очень-очень много. Кстати, а как я до этого считал, что мне необходимо 11000 опыта, если я сейчас получил 8000, и мне осталось 9? Чего? Так, ладно. Это что-то непонятное. Лаборатория алхимика моя. Скорпикор также уничтожаю. 780 опыта. А ящеры, опыт мне толком не дадут. Очень плохо, что здесь я нигде не вижу алтарь. Алтарь для жертвоприношений. Экспертная логистика, естественно. Ну, наверное, я отправлюсь сюда. Как? А тут руда валялась, вот оно что. Нападаем на ящеров. Потом нападаем на чудовищ. И где взять опыт, непонятно. Но с другой стороны, а вдруг мне провидцы как раз таки даруют опыт? В чем я, конечно, сомневаюсь, но... А вдруг? Так, это у нас маг. Здесь я смотрел все, что можно было, кроме... Сокровищницы гномов. Давай туда заглянем. Вдруг? Ну, вдруг. Там будут гномы. Их будет очень много. Нет. Сокровищница разграблена. 1000 опыта здесь. Да, это, конечно, смешно, но... это лучше, чем ничего. И магия закончилась. Поскакали к колодцу.
Одесса собирает ресурсы. И все. То есть здесь... Ну разве что вот эти артефакты будет охранять кто-то очень могучий, вот тогда я, возможно, получу нужный мне опыт. Конечно, я сейчас подбираю сундуки, но ты сам видишь, что там мелочевка. Население возросло. Бульк. У соперника здесь армия появляется, но Терека он не пробьет. Ни в коем случае. Вот здесь, конечно, туман. Но я вижу лесопилку, которая, скорее всего, уже была захвачена. Кстати, погоди, а может я смогу перелететь? Во-первых, мне необходимо отправиться сюда, чтобы изучить атаку. Раз, два, три. Изучить атаку здесь я бы все посещал. Тут также путешествовал, ладно. Коль ты все уже видел в северной секретной области, поэтому ставлю на паузу и быстро все осматриваю, а затем генеральское сражение. Пам-парам-пам-пам, продолжаем. Итак, давай посмотрим, что мне предложит проведить Джулиус за 11 фанатиков. 4 алмазных големов. Это не то, что я ожидал. И из провидцев остается Линвуд, которому требуется мой 24 уровень. Виолет. Но тут я выполнить задание не могу, потому что у меня рук легионера попросту нет. И провидец Джайр с церперами. Как их получить 17 штук, для меня остается загадкой. В общем, я попробую сейчас осмотреть всю карту, сразиться со всеми нейтральными отрядами и постараться как-нибудь добить этот чертов 24 уровень. Увидимся позже. Пам-парам-пам-пам, продолжаем. И, похоже, мой план сработал. Я затаился где-то на юге и постарался выманить вражеского героя. И Гирда выехала мне навстречу, только вот проблема заключается в том, что у нее армия не такая уж большая, и она вряд ли тянет на те 14 тысяч опыта, которые мне необходимы. Но давай нападу. Итак, дверь измерений. Раз. Дверь измерений. Два. И дверь измерений. Три. Вражеский герой в ловушку попал. 4000 опыта, но я не всех убил. Итак, мне необходимо одолеть абсолютно всех. К сожалению, цепной молнии у меня нет. И, наверное, стоило мои ужасные отряды разделить, ну, хотя бы пополам. Да, это действительно была ошибка. Итак, нужно уничтожить драконов, потому что они первыми ходят. Давай я их взорву. Далее. Кого лучше зарубить? Огры. Здоровья много. Рухи здоровья примерно столько же, только их меньше. А гоблины. Их 200 штук, но это всего лишь 1000 опыта. Напомню, что в героях опыта рассчитывается следующим образом. Сколько здоровья у юнита, столько опыта ты получишь. Поэтому лучше уничтожать как можно больше отрядов, чтобы потом побеждать. Ну, точнее, лучше уничтожать отряды с наибольшим общим здоровьем. 70-16, но в любом случае рухи будут ценнее. 8-2400. Обидно, что драконы не могут два отряда как-то сдуть. Даже если дыхнут отсюда, то они дыхнут на чудовище и в пустоту. Так ладно. Уничтожаю тогда чудовищ. Ага. И мои чудовища никуда не добегают. Здорово. Так, это была ошибка. Ты ничего не видел. Пам-парам-пам-пам, продолжаем. Итак, новый бой, и вот теперь я разделил отряды, плюс взял с собой чемпионов, потому что они тоже быстрые. Итак, по-прежнему драконов нужно уничтожить, но мне кажется, драконы справятся с ними. Поэтому режем чудовищ, хотя нет. Чудовища добегут до других чудовищ, только вот, скорее всего, они всех их не победят. Вот ангелы могут. 3500 урона более чем достаточно. Руби. Далее, ангелы рубят огров, потому что их слишком много. Драконы отлично справляются. 1400 урона в лучшем случае. Великолепно. Пых. Далее, до кого добегают мои чудовища? Эти уничтожают птиц рух, а эти
Вот дойдут они до гоблинов или нет? Непонятно, но скорее всего нет, они не успеют. Чемпионы также могут атаковать рух, то есть мне необходимо использовать ускорение. Тем более, что оно у меня массовое. Почему я раньше так не делал, непонятно. Далее, что у нас с циклопами? Тут сложно сказать, уничтожаю ли я отряд или нет. 700... Да, уничтожаю. О, отлично. Сломаю еще на всякий случай баллисту, чтобы не мешалось. Кстати, вот интересно, а за тележку боеприпасов я получу опыт или нет? Ну, давай тоже сломаем. Ну, отлично. Теперь ломаем и гоблинов. Ломаем бедную палатку и уничтожаем рухов. И получается, наверное, 10... Нет, 9000 опыта. Ну, практически я был прав. Кстати, смотри, за баллисту я получил опыт, скорее всего, а вот за тележку нет. Потому что тележки здесь не оказалось в списке уничтоженных отрядов. Итак, я получил 9000 опыта, а мне еще необходимо 5000 где-то насобирать. Это, конечно, плохо. Я мог бы атаковать этот город, но зачем? Тогда я победил, и все. Мне нужен опыт. Ох, обидно. Троглодиты 5099, троглодиты 5099. Просто мне очень интересно, что мне предложит провидец, который обитает около меня за 24 уровень. Так, это не он, вот это тот. Кстати, нет, 5099 алмазных големов — это совсем немного. Ладно, буду дальше странствовать по карте и пытаться кого-то одолеть. Пам-парам-пам-пам, и я смог. Я сразился с алмазными големами, которые обитали около моего острова, на золотой шахте, и вот он, 24 уровень. Ну и плюс здесь еще есть короли циклопов. Так что давай слетаем к ним, их тоже одолеем, хотя уже смысла особо не имеет. Вот, сокрушены все, и архангелы живы. И давай посмотрим, что этот провидец хотел мне выдать. Так, не он, вот этот, Линвуд. Не успеваю, если лететь. Дверь измерения, раз, и... А, я знал, что у тебя есть все задатки, и ты и вправду достиг 24 уровня. Входи же, у меня есть кое-какая награда за твои труды. Примешь ли ты ее? 5 титанов. И это на тот момент, когда у меня 500 ангелов. К чему мне эти титаны? Зачем? И вот из-за этого... И вот ради этого я старался. Да. Ладно, давай устроим финальную битву. Так. Магии у меня не особо-то и много, поэтому придется испить из колодца, слетать на соседний остров и потом добежать до соперника с помощью полета. Завершить, да. Дверь измерений не пройдет. Смогу ли я отсюда перелететь сюда? Скорее всего, да. Полет раз. Как раз таки и шахту захвачу, почему бы и нет. А теперь здесь нужно отдохнуть и расслабиться. Использовать еще раз полет. И отлично. Я долетаю до побережья. Дверь измерений. Удвоение магии. 680 единиц. Просто великолепно. Теперь снова передохнуть. Ой, зачем я так поехал? Если я направлюсь на юг, я прыгну, допустим, сюда. Мне кажется, здесь вряд ли получится перелететь, а вот здесь вполне. Тогда, просто на юг. Дверь измерения, раз. Смогу ли здесь перелететь? Наверное, да. Только потребуется целый день. Ждем. Полет. Да, перелетаю. Отлично. А теперь двери измерений. Раз. Два. Возможно, вот здесь тоже смогу перелететь. Дверь... В смысле, она не открылась?
А ну, откройся. Ишь ты, какая дверь измерений. Завершить, да? Полет. И да, я перелетаю. Ну, в общем, осталась финальная битва. Завершить, да. А фей стало еще больше, правда, у меня ни одной нет. Терек, отходи. Передавай мне свою армию. Можно и всю. А все не получается, ну ладно. Обойдусь и этими отрядами. Ну и давай нападать. Жозефина. Интересно, что магичка здесь забыла. Она была побеждена. И осталось штурмовать Ровенэр. Кто же его охраняет? Эльшар. Эльф. Рухи страдают. Отлично, башня уничтожена. В кои-то веки катапульта выстрелила туда, куда необходимо. Так, у меня землетрясение есть. Мощь. Мощь этого заклинания запредельна. В кавычках. Давай рубить. Да неужели? Катапульта стреляет туда, куда нужно, но почему-то башню и сломала. А, я понял, я нацелился на стену все же. Ладно, рухи воскресните и... Та-та-дам, победа. Ох, ну наконец-то. Это было очень долго, но Бирюзовый покидает этот мир. Вы победили. Отлично. И давай глянем, что нас с тобой ждет в следующей серии. Спешка и ожидание. Единственная задача сэра Кристиана в этом сценарии — остаться живых. В течение 4 месяцев враги буквально окружили его со всех сторон. Герой должен защитить фортпост королевы Катерины от нападений пиратов Регны. Если сэр Кристиан будет побежден, его компании конец. Зачем мне молитва? Два ангела — это хорошо. Поясница легионера, честно говоря, не помню, что она делает. Давай выберем ее, просто чтобы посмотреть. Спроси меня, на чьей я стороне, и я искренне отвечу. На стороне того, кто отвезет меня домой. Я слышал, поблизости есть сторожевой пост эрафийцев. Вот оно спасение. Темной ночью я покинул своих верных вонючих пиратов, и к утру был уже у эрафийского поста. Жаль, не знал я тогда, что именно на него решат напасть мои бывшие друзья-пираты. Удача у Кристиана просто запредельная. Так, это я прочту позже. А теперь поясница легионера увеличивает прирост существ 3 уровня на 4 единицы. А 3 уровень — это кто у нас? Правильно, грифоны. В общем, как-то так. Так что я выберу ангелов. И вот мне интересно... А если я разгромлю всех соперников за 4 месяца, возможно, тогда я победил? Или мне именно нужно защищаться? Ну ладно, в следующей серии проверим это. А на сегодня спасибо тебе за просмотр. Если понравилось, ставь лайк, оставляй комментарий, подписывайся на канал. Спасибо и пока!